Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотя мы с вами живем в тот век, когда технологии бурно развиваются, но качество мобильной связи и интернета порой желают лучшего. Иногда из-за экономических соображений просто не устанавливают вышки в определенных населенных пунктах, потому что оператору это невыгодно. Также, как показывают сегодняшние события, из-за социально-политических явлений или по другим причинам мобильная связь и интернет могут временно ухудшиться. Поэтому я в этом ролике хотел бы рассмотреть простые и действенные советы, как можно улучшить качество мобильной сети и интернета. Но хочу сразу сделать одно замечание, что я не буду рассматривать там различные 4G антенны и тому подобное, потому что такой контент на YouTube есть, да и в интернете вообще. Я хочу рассмотреть самое подручное и простое, что мы можем сделать, чтобы улучшить связь. А если же советы из данного ролика никак не помогут, тогда уже можно мастерить 4G пушки и тому подобное. Итак, если ваш населенный пункт далековат от вышки и в доме связь очень плохая или ее практически нет, тогда можно что сделать? Во-первых, попробовать прилепить наклейку антенну. Я такой покупал на Алиэкспресс, они стоят буквально копейки, недорого, даже успел и перепродать часть на месте и выручил затраченные деньги. Можно также использовать проводную гарнитуру. У меня, кстати, есть на YouTube канале обзор проводных гарнитур с Алиэкспресс, можете посмотреть это видео. Почему-то этот банальный совет люди не очень хотят применять. Гораздо удобнее разговаривать по телефону с помощью громкой связи или там держа его возле уха. Но сама же проводная гарнитура служит как антенна. По крайней мере, мобильная связь должна быть более-менее. Проверили у тестя в селе плохой интернет, наклеили наклеечку, подключили наушники, Ситуация не совсем, но немного улучшится. Если это не помогло, постарайтесь походить с телефоном по дому или по двору, чтобы найти локализацию устойчивого сигнала. Интересно замечено, что довольно часто под раскидистыми деревьями сигнал почему-то берет сильнее. И вы можете найти ту точку, где у вас есть хороший сигнал и можете ловить. Но не всегда, конечно, это удобно зимой, особенно если надо долго разговаривать. То как можно найти здесь выход в данной ситуации? Можно использовать и Bluetooth-гарнитуру. Большинство телефонов, даже кнопочных, сегодня имеют встроенный Bluetooth. Можно, например, в уголку, в окне повыше повесить телефон в каком-то пакетике, подключиться по Bluetooth. И сидеть себе на диванчике и беседовать. Потому что, как правило, там, где выше и ближе к окну, связь лучше. Также можно просто поднять телефон повыше, если вам нужен интернет, например, что-то скачать или разговаривать по интернету. Если у вас несколько телефонов, один из них можно просто поднять повыше. Я, например, живу от центра по прямой 1,5 км, но у меня здесь 3G не ловит в доме. Бывает, когда надо, особенно со здесь последними событиями, когда пропал Укртелеком практически по всей Запорожской области, подвесил в пакетике смартфон. У меня в компьютере есть и Wi-Fi антенна, плюс USB, есть такие PCI-ные. И таким образом выхожу в интернет, делая то, что мне нужно. Также стоит учитывать, если у вас относительно большой населенный пункт, у вас может быть несколько выше. Поэтому, если у вас не получается применить эти советы, которые я сказал, надо очень поговорить. Такая вот ситуация. На крайний случай можно пойти там, где действует другая вышка. И там может быть сигнал. У нас даже был такой период, когда в нашем поселке 10 дней вообще не ловили никакие операторы. Были локальные точки, где можно было хоть какой-то сигнал найти и поговорить. И люди туда приезжали или приходили и разговаривали со своими родными. Также стоит учитывать тот факт, что телефон может слабо ловить из-за севшего аккумулятора. Если у вас уже такая
батарея, которая видавшая виды, и она садится, то это тоже может ушать качество сигнала. Также можете поинтересоваться у соседей, какие модели телефона в вашей местности лучше всего берут связь. Потому что если рядом положить несколько гаджетов, то уровень сигнала на них будет разный, потому что антенны, усилители у разных устройств имеют различные характеристики. И можно просто поинтересоваться, какие работают устройства. Не обязательно это будет что-то сверхдорогое. Интересный случай мне рассказал один знакомый, что в доме, там, где есть село, и там очень плохо ловит связь. Несколько есть телефонов, есть и смартфон дорогой, и другие, есть какой-то дешевый. То ли Fly, то ли что-то типа этого рода, китаец. И вот на нем как раз ловит мобильная связь. Или на крайний случай можно попробовать сменить оператора, если это возможно. Ну и также следует учитывать ЧНН, или расшифровывая час наибольшей нагрузки, особенно если это вам актуально для интернет-связи, поскольку это сэкономит аккумулятор вашего мобильного телефона. И хочу я это объяснить на таком простом примере с яблоком. Представьте, у вас есть 10 яблок, и к вам пришло 10 человек, и вы каждому хотите дать по яблоку. Сколько достанется одному? На одного человека будет одно яблоко. А если к вам пришло 5 человек, тогда на каждого достанется по 2 яблока. А если к вам пришло 2 человека, и вы хотите все яблоки ему отдать, то на каждого достанется по 5 яблок. Пример, думаю, очень понятен. Когда идет время максимальной нагрузки, то вышка просто физически может не вытягивать приличную скорость, трафик проседает, и просто эта скорость, образно говоря, делится на всех. Поэтому вы можете проследить у себя, когда интернет у вас наиболее такой быстрый. Это не обязательно надо сидеть ночью, хотя на закачку можно поставить на ночь, особенно если у вас компьютер в другой комнате. Это, как правило, может быть и с 10 до 12, да, пока люди работают, потому что с 12 до часу перерыв, тоже с 5 до 6 люди идут с работы, беседуют. Вот можно вылавливать вот такие вот промежутки и использовать это время, чтобы именно качать что-то, используя ваш смартфон как роутер, то время, когда нагрузка меньше всего на мобильную сеть, чтобы долго не ждать. Или если вам что-то посмотреть надо, вы в интернете занимаетесь, чтобы не сидеть вот так подперев голову или пить чай, пока что-то загрузится веб-страница. А лучше заняться в ЧНН какими-то другими делами, а когда посвободнее трафик, то и можно что-то делать в интернете. Ну и напоследок поговорим о таком явлении, как национальный роуминг. В связи с весенними событиями этого года в Украине эта тема стала очень актуальна. То есть, когда абонент одного оператора может звонить через вышки другого оператора. Например, в местности, где я живу, 3 оператора мобильной сети. Это LifeCell, Kyivstar и Vodafone, он же МТС Украины. Так вот, с марта месяца LifeCell все. Мертвые бджолы не гудут, не работают. То есть, по этой симке можно там через Kyivstar или Vodafone. Но даже эти 2 оператора попеременно бывало не работали. Получается, что трафик всех 3 операторов идет вышки через 1-2 операторов. Естественно, интернет-скорость будет меньше, могут быть просто даже иногда выдаваться и сообщения о том, что сеть занята. И если можно, приобретите сим-карту какого-то другого оператора. Конечно, они сейчас подорожали в раз 10, там где в некоторых регионах. Но, с другой стороны, если это очень необходимо, то можно этими воспользоваться. Либо, если у вас на разных устройствах разные операторы симки, там можно использовать и выловить, где скорость лучше, да, и в какое время на какой симке есть ЧНН. Потому что бывает, что идет один оператор ровно через одного, а потом наоборот. И таким образом можно как-то вылавливать эту связь. Надеюсь, этот ролик оказался для вас полезным. Если ни один совет из тех, которые я предложил, вам не помог,
Ну, попробуйте тогда сделать какую-то простую антенну. Сейчас на Ютубе и вообще есть немало роликов. Также, может, вы нашли свой какой-то способ улучшить качество мобильной сети интернета. Напишите его обязательно в комментарии. Небольшая просьба, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, потому что сейчас такое непростое время. Нелегко выкраивать эти минуты, чтобы снимать, монтировать видео. Ну и не забывайте возвращаться, потому что большинство зрителей это новые люди. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего. До новых встреч на YouTube.